По контуру. Если вам удобно, можете колоть вот так. Угу. То есть, если кому-то вот удобно, чтобы именно защипать. Угу. И тоже папульно, да? Да? Да, угу. Тоже микропапульно, просто угу. Хотите, кому-то удобно наоборот натягивать. Угу. Угу. Все в порядке? Все хорошо. Если нужно отдохнуть, вы мне... Нет, мне если, можно даже быстрее. По идее, при биоревитализации, там синяки какие, но они маленькие в виде вот как будто вот пальчиком, да. Поэтому, стоит ли вот там какие-то эти наносить они вещества, не да. Не поэтому. Добавим, наверное, можно. Да ладно, будете идти, пусть завидуют все. Да, сейчас же, если ты весь пупырышком, значит, это сейчас модно. Конечно, это сейчас стильно и модно. Да, значит, ты ухаживаешь за собой. Потому что если у тебя нет ни синяка, ни пупырышка, то и ходи так оставайся. Так что тут либо синячок, либо пупырышек должен быть что-то. То есть вы знаете, да, что кровить может, если, например, даже... Перед этим от головной боли таблетку выпил, но нестероидные будет сильнее кровить. Кофе, алкоголь тоже может сильнее кровить. Да, перед мышцей. Причем и болезни не будет, и кровить может. А спиртное сколько нельзя после биоревитализации? Лучше вообще не пить. Лучше вообще не пить, да. Неделю, да, наверное? В течение 3 дней это все будет потихонечку рассасываться. Еще будет все зависеть от того, насколько кожа увлажнена. Если она не такая уж обезвоженная, то, соответственно, папулки постоят подольше. Но вот здесь такая не обезвоженная. Да, нет, здесь не сказать, что она прям обезвоженная. Здесь папулки к третьему дню, они пройдут. Или сломают.